ключевой точки, начинайте отключить. Я тебе запустить даже не могу. Пишут, у вас есть Steam, блядь? Да, у меня есть Steam, нахуй. Запустить игру, нажимаю, блядь, шняга какой-то, даже. Деактиватор есть. Отправляйтесь на точку. Сейчас я доиграю и помогу, если что, запустить. Я тут, типа, этот... Прохожу, учусь. Требуется место 21. Перезаряжаю, прекрасно! Ну, она быстро скачается, я не знаю почему, но она очень быстро скачалась у меня. Примерно время загрузки 6 часов. Она вот у меня скачивалась, пока я играл в этот Warframe. Вот я на вас, я попасть не могу. Еще слеп удалище меня зарежут. Чтобы управление поменять. Че хоть делать-то надо? Я не знаю, я ни разу не играл в нее. Такой, блядь, деактиватор работает. Ждите противника. Видос. Её москит играл, блядь. На. Группа нейтрализована. Завалили. Тварь. Следует найти и обезвредить. Такой медленный бег, и ужасно после Warface вообще. Там медленный бег, да ну нахуй. Я тебе отвечаю, я снимаю, я скину в группу. Просто ты просто медленно бегаешь, просто все. Shift, на шифте, в смысле? Да где ты? Потерял врага из виду. Тут еще, ну бас, конечно, тут. Деактиватора нет. Нужно вернуть устройство. Деактиватор есть. Отправляйтесь на точку.
Да, блин. Деактиватор запущен. Все к обороне. Есть 45 секунд. Минуты до отключения. У меня в стиме это есть. Назгуд. Назгуд. Не знаю, что это. Еще 15 секунд. Тоже типа экшен. Экшен или шутер? Отключение заряда через 5 секунд. Обезвредили взрывчатку. Для террористов захват самолета – своего рода реклама. Случайные жертвы, высокая степень угрозы, проблемы противодействия. Факторов, играющих им на руку, уйма. Успех такой атаки позволит противнику... Противник должен быть уничтожен. Чё, тут управление нельзя поменять, что ли?
Блять, может доту скачать? Да ну нахер. Чё, блядь? Чё ты делаешь? Ну вчера Йокш играл в доту, кстати. Перед тем, как в КС зайти. Да, ну это, конечно, пиздец, блядь. Ну на ПВЕ это нормально играть, как раз пока лагает, качали бы ранги свои. Да нахер они нужны, эти ранги? Донат? Да ну. Короче, не хочу я в нее играть. Главное, я снял чё.